Пушкина хотите? Так давайте я вот так вот сделаю. Пугают ли... Здесь, в конце 17 века, у одного обладающего властью князя родился 19-й сын. Но Османская империя такая, а немного тебе будет? Короче, мы твоего сына похищаем. Если будешь вести себя хорошо, то ничего с ним не случится. Тем временем в России Петр Первый говорит, хочу арабчонка. Араб — это любой чернокожий человек. Было модно иметь таких на разного рода тусовках. Ахмед, есть чё? Да. Дарджи. В России маленький Эфиоп принял православие. Петр Первый стал его крестным отцом. Родное имя Ибрагим сменилось на Абрам. И с тех пор он везде таскался за царем. Повзрослев, во время одной из поездок остался во Франции учиться в военной школе. Участвовал во франко-испанской войне. Потом строил крепости в России. Дослужился до генерал-аншефа. Ушел в отставку и первым в России занялся разведением картофеля. Его сын Осип тоже делал военную карьеру. Женился, родилась дочь, которая выросла и вышла замуж за своего троюродного дядю. А чё? Одобрительно? Родила 8 детей, из которых выжили только 3. А чё? Прагматичненько. Вот этот толстый уволень и курчавый лентяй родился 6 июня 1799 года, недалеко от Лефортово. В то время Франция была идеологическим лидером. В России, как и во многих странах, была мода на все французское. И получилось так, что первым языком для дворян был французский, а только потом родной русский. Мать с отцом разговаривали на французском, воспитатель был французом, все книги в доме сплошь на французском. Получив такое домашнее образование, в 12 лет Александр поступает. Учитывая, что французский язык, мне нравился, как он звучит, то когда я был пиздюком, а потом я понял, что он звучит как говно. Но это просто мое личное восприятие, конечно. Царскосельский лицей. Это новое учебное заведение, выпускающее государственных служащих. По учебной программе это был настоящий университет, и заканчивая его в 18 лет, ты уже имеешь высшее образование. Учеба дается Александру тяжеловато. На математику он клал, да и вообще клал на все, кроме русского, французского и фехтования. По успеваемости он был 26-м из 29. За территорию учеников не выпускали, их можно было только навещать, а потому развлечения приходилось придумывать. Александр тайно распивал вино со своими друзьями, матерился, приставал к горничным и наспор показывал жопу. А она чё? Да ничего. А он чё? Да тоже ничего. Слушай, Саня, я давно хотел спросить, что у тебя там за звуки? Это что, Наполеон? Это танки. Кто? Танки. Да, реклама. World of Tanks. Замечательно, замечательно, да. Когда Александру исполнилось 15 лет, в свет вышло его первое стихотворение, напечатанное в журнале «Вестник Европы». Первые публикации уже делают молодому поэту имя, и литературные деятели приезжают к нему в лицей знакомиться, а в 1815-м экзамен принимал держава. Вот было же не впадлу кому-то, да? Прочитал стихи, такой заебись написано, пойду с ним познакомлюсь, зачем? Александр прочитал ему воспоминания в царском селе, и тот авторитетно посвятил его в поэты. Выпустившись из лицея, Александр отправился служить в коллегию иностранных дел. Но после 6 лет, проведенных за забором лицея, он хотел только одного – тусить! Главными развлечениями были театр, балет и гулянки с выпиванием бутылки рома наспор. А зимой простуда заставляла сидеть дома. За это время он пишет первую поэму и «Оду вольность», в которой фактически обвиняет нынешнего императора Александра Первого в убийстве своего отца Павла Первого. Ты пишешь, что читаешь? Ты читаешь, что пишешь? Я рок-звезда! В Сибирь поедешь. Извини. За Александра вступаются его друзья-литераторы, и его просто переводят по службе на юг, в Кишинев. По пути он искупался в Днепре, заболел и поехал лечиться на Кавказ. Там прихлёстывал за дочками генерала Раевского, потом двигает в Крым, Феодосия, Гурзуф, Бахчисарай, Симферополь и, наконец, Кишинев. Здешний начальник относился к Александру очень снисходительно. Тусить! Он залетел в бильярдную, напился и во время идущей партии перемешал шары, хихикая как ребенок. Граф Орлов вышвырнул его в окно. Александр вернулся и... Убью. Свою честь Александр был готов отстаивать до последнего. Дуэлем он был готов всегда. По утрам он стрелял из пистолета в стену и часто таскал его с собой. Между пьянками в Кишиневе Александр зависает с цыганочками, тусуется в местной масонской ложе и пишет. В 1823 году Александр переводит в Одессу. Тут начальник был недоволен, что тот ничего не делает, и попытался заставить его работать. Отправил на поля делать отчет о нашествии саранчи. Вот его отчет.
А чё, саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и вновь... Но другие отчеты с разного рода таблицами говорили о том же. Так что задание можно считать выполненным. Гораздо больше, чем саранча, Александра интересовала жена начальника. Слухов об этом становилось все больше. Отношения с начальником накалялись. Потом полиция вскрыла письмо Александра в Москву. А там что-то про атеизм. А за такое уже увольнение. Настоящая ссылка и надзор. Александр был заперт в имении отца, Михайловское. Родители напуганы и уматывают в другое свое имение. Единственное, кто с ним осталось, это няня Арина Родионовна. Тусить! От безделия они пьянствовали и делали наброски сказок. Пока Александр был в южной командировке, в Петербурге выходят его... Хорошо, хотя бы на няне не выебал. ...книги. Гонорары были ощутимые, и если бы не разгульная жизнь рок-звезды, то на эти деньги можно было бы спокойно существовать. Тогда Александр осознает, что он профессиональный литератор, что он Александр Пушкин. 1824 год. Пушкин крутит роман с крепостной крестьянкой, начинает писать трагедию «Борис Годунов», потом увлекается дамами в соседней усадьбе, а особенно заехавшей туда ненадолго Анной Керн. Но потом умер император Александр I. Наследником был его брат Константин, но он отрекся от престола, и императором должен стать следующий по старшинству брат Николай. Возникло междуцарствие. В это время Пушкин решает по-тихому сгонять в Петербург, покутить и также по-тихому вернуться. Но в начале пути лесную дорогу перебегает за дурная примета, и Пушкин поворачивает назад. Между царствием сразу же пользуются члены тайного общества. На утро 26 декабря 1825 назначено восстание на Сенатской площади. Они хотели арестовать царскую семью и заставить сенаторов подписать манифест к русскому народу. Восставшие солдаты мерзли целый день в ожидании приказа, а к вечеру заряженные картечью пушки разогнали бунтовщиков. У всех арестованных при обыске находят стихи Пушкина. Как ты это объяснишь? Ну слушайте, я селебрити, мои стихи... Посмотреть Джефф... Я не буду его смотреть. Откуда мы можем узнать, я выебал он няню или нет? Ну, она все-таки престарела. И все покупают. На самом деле Пушкин подозревал, что его знакомые замешаны в чем-то таком. И даже хотел присоединиться к ним. Но из-за характера они его к себе не приняли. Несмотря на то, что смертная казнь была отменена, пятерых повесили. Пушкин лично знал каждого. Среди них был Рылеев. Именно к нему Александр собирался в гости накануне восстания. В 1826-м Пушкина возвращают из ссылки. За 6 лет отсутствия он обрел такую славу, что стал центром внимания везде. Тусить! Поочередная жизнь в двух столицах, азартные игры, прекрасные дамы, одна, другая, сестры Ушаковы. Саш, а сколько женщин ты любил? Много. Затем крутит с Натальей Гончаровой, все заходит очень далеко и... Прошу руки вашей дочери. Ну знаешь, как-то все так быстро. Ладно, я в Турцию. Началась русско-турецкая война. Пушкин просился на фронт, его не пустили. Но там служил его брат, Лев. И Пушкин делает вид, что поехал его навестить. Нагоняет русскую армию около турецкого города Карс. Посмотрел, восхитился и поехал обратно. Ну так что? У невесты нет... Блять, ебанутый. У Пушкина тоже ни черта нет. Поэтому он мчится к отцу в Болдино. Тот выделяет ему 200 душ крепостных. Александр собирается назад в Москву. Но вдруг карантин. Эпидемия холеры. Въезд в Москву запрещен. А по дороге 14 карантинных зон. Во время этой принудительной самоизоляции Пушкин пишет: после эпидемии Александр и Наталья сыграли свадьбу и зажили вместе. Тратили они больше, чем зарабатывали. И совсем скоро пришлось сдать в ломбард украшения и переехать в царское село. Тут его снова берут на государственную службу и дают задание написать историю Петра. Но у Пушкина другая идея. Гораздо больше он хотел написать историю... В МСК в метро можно без маски? Нет. Нельзя. Историю Пугачева. Для этого отправился в Оренбург. Там казачка-очевидец поведала ему о тех временах. Он дал ей червонец, а она донесла в Оренбург. Приезжал тут вчера какой-то кудрявый, смуглый. Под пугачевщину подбивал. Золото дарил. А на пальцах когти. Антихрист. Лол. После поездки Пушкин возвращается в Болдино и пишет. В это время в Россию на пароходе прибывают голландский дипломат Луи Гекерен и военный курсант Жорж Дан. Да, все ходят, потому что всем похуй, да. Которые познакомились по дороге. Первый усыновил второго и поспособствовал его карьерному взлету в России. Страшно представить, чем они занимались дома. У Пушкина дела шли так себе. Куча долгов. В 1836-м он основал литературный журнал «Современник», который не особо зашел народу. А в конце года получил анонимное письмо, где в ироничной манере намекнули, что Дантес подкатывает
подкатывает к его жене Наталье. В том, что автор этого письма старый извращенец Гекерен, Пушкин не сомневается. Честь снова под угрозой, и он вызывает Дантеса на дуэль. Тот говорит, что нет, ты все перепутал, я ухаживаю за сестрой Натальи, Екатериной, и тут же делает ей предложение. Дуэль отменяется, но все понимают, что Дантес сделал это от страха. Его репутация уничтожена, и теперь Пушкин хочет унизить Гекерена. Пень старый, я знаю, что ты писал это, и что твой сын, в скобочках партнер, согласился на свадьбу, потому что обделался. Он это сделал, чтобы не обесчестить свою любимую женщину, Натали. Пушкин был в ярости и снова вызвал Дантеса на дуэль. А теперь отвлечемся. Почему Пушкин — наше все? Родись он в другое время, возможно, и не получил бы такой титул. Но, как уже говорилось ранее, в конце 18 века была повальная мода на все французское. Русская интеллигенция писала на французском, говорила на французском и даже думала на французском. По общему мнению, русский язык годился только для общения с крепостными и совершенно не подходил для искусства и светских бесед. Но Пушкин поверил в русский язык, русскую культуру и своим творчеством заставил поверить всех. День дуэли. С утра Пушкин встречает на улице своего друга Данзаса и назначает его секундантом. Он будет со стороны Пушкина следить за честностью. Место встречи – Черная речка. Вся эта затея – подсудное дело и для дуэлянтов, и для секундантов. Вытаптывают дорожку, бросают шинели. Пушкин и Дантес встают на позиции. Правила простые – пистолеты подняты. По команде дуэлянты начинают приближаться к своим барьерам. Делать это можно с любой скоростью. Нельзя делать шаг назад и надолго останавливаться. Стрелять можно в любой момент. Сходитесь! Кажется, у меня раздроблено бедро, я в силах сделать свой выстрел. Дантес сделал выстрел, не дойдя одного шага. По правилам, если он выстрелил первым, то теперь должен подойти к барьеру вплотную. Александра везут домой. Он был ранен в правую часть живота. Пуля раздробила кости и осталась глубоко внутри. Доктора признают рану смертельной и по просьбе Пушкина сообщают ему об этом. Две ночи агонии и смерть. А потом он уехал во Францию под псевдонимом Дюма. Да? Нет? Да? Спасибо за поддержку на Patreon и спонсорство на Ютубе. Бля, грустный конец себе. Но мы знали. Неудивительно, что такой образ жизни и характер не позволил прожить долго. Как у любой рок-звезды, ребята, преждевременный конец.